Характеристика характера мужчин по знаку зодиака. Мужчина Овен. Могущественный и властолюбивый. Подвержен влиянию эмоций, никогда не доводит начатое до конца. Мужчина Телец. Любит комфорт и домашний уют. Хорошо владеет ремеслом, однолюб, женится один раз. Мужчина Близнецы. Талантливый и обворожительный. Всю жизнь находится в поисках своего предназначения. Испытывает слабость к женщинам. Мужчина Рак. Ласковый, внимательный, робкий и застенчивый, что мешает ему достигать целей. Мужчина Лев. Прирожденный руководитель. Для него важны признание и уважение окружающих. Мужчина Дева серьезен и сосредоточен, он отличный исполнитель. Мужчина Весы неотразимый и пленительный, безотказные красивые женщины сводят его с ума. Мужчина Скорпион твердый и замкнутый, выбирает спутницу на всю жизнь. Мужчина Стрелец обольстительный, лжец, расточительный, не может усидеть на одном месте. Мужчина Козерог расчетливый и успешный. Карьера для него на первом месте, предпочитает выгодный брак. Мужчина Водолей интеллигентный и благовоспитанный, любит философствовать, брак заключается только потому, что так надо. Мужчины Рыбы чуткий и приятный в общении, женщины любят его за романтические поступки и мягкосердечность. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на канал.